рада видеть вас в Российском университете дружбы народов. Меня зовут Равиль, я являюсь преподавателем Института мировой экономики и бизнеса и менеджером программы «Мировая экономика». Сегодня мы с вами поговорим о поколении Z. Тема нашего поколения Z – «Как учить и учиться». Я думаю, все из вас слышали о том, что такое цифровизация, как происходит цифровая трансформация экономики. Цифровизация постепенно внедряется во все сферы нашей жизни, не обходит она стороной и сферу образования. Соответственно, учебные заведения должны адаптироваться к новым условиям, да, учитывая то, как изменяется портрет современного абитуриента, который теперь у нас принадлежит к поколению Z. Выступление я хочу начать с небольшой цитаты. Если миллениалов можно назвать первопроходцами виртуального мира, то поколение Z – это его обитатели. А перед тем, как начать выступление, я вам предлагаю пройти небольшой тест, чтобы понять, к какому поколению вы все-таки относитесь. Небольшая поправка. Не обязательно, что если вы принадлежите к одному из поколений, не обязательно, что вы должны соответствовать всем их характеристикам. Поэтому, возможно, вы считаете, что вы принадлежите к поколению X или Y, а на самом деле вы являетесь, у вас характеристики совсем другого поколения, в этом нет ничего страшного. У нас ждет 10 вопросов. Вы должны выбрать один вариант ответа, который наиболее близок к вам. То есть правильного варианта нет. Выбирайте то, что вам ближе по душе и то, что вам больше всего подходит. Поехали. Первый вопрос. Если вам нужно связаться с клиентом, партнером, каким-то знакомым и что-то обсудить, как вы это будете делать? 5 вариантов. Первое. А. Вы договоритесь о личной встрече. Б. Вы напишите им имейл. С. Вы позвоните по телефону. Д. По видеозвонку, Skype, Viber и так далее. Или Е. Вы отправите ему смс. Второй вопрос. Что больше всего вас мотивирует? А. Деньги. Б. Вашей мотивацией является то, что у вас имеется много целей и задач различного уровня. С. Ваша мотивация – это отдых и развлечения. Д. Статус и признание. Е. Вознаграждение за хорошо проделанную работу. Третий вопрос. Что для вас в большей степени важно? А. Чтобы уважали ваш опыт. Б. Вам важно делать так, как удобно вам, забыв обо всех существующих правилах. С. Вам важно, чтобы вас ценили и вы хотите чувствовать себя нужным. Д. Вам важно работать с другими блестящими и креативными людьми. И Е. Вам важно, чтобы работа имела смысл и цель. Четвертый вопрос. Представьте себе, что вы руководитель. Вы руководитель команды людей, и вам нужно выбрать стиль управления, какой вы будете использовать. А. Вы будете просто контролировать ваших подчиненных. Б. Вы будете отдавать приказы. С. Вы будете согласовывать и координировать их деятельность. Д. Вы будете направлять и наставлять их. Е. Вы будете разрешать и поддерживать. То есть вы будете слушать их мнение и поддерживать, и направлять, и одобрять их решения. Вопрос номер 5. О чем вы мечтаете? Ваша мечта – А. Стандартно красивая жена, успешный муж, много денег и приятная работа. Б. Вы хотите купить несколько квартир, получать пассивный доход и путешествовать на эти деньги. С. Вы живете сегодняшним днем и получаете от этого удовольствие. Д. Ваша мечта – самореализоваться. Шестой вопрос. Какое описание лучше характеризует подростковый этап вашей жизни? То есть, если вы сейчас находитесь на подростковом этапе, что у вас происходит сейчас, или же то, что у вас было раньше? А. Сопротивление и неподчинение авторитету взрослому, то есть вы, скажем так, бунтарь. Б. Уважение авторитета родителей. С. Для вас друзья важнее, чем семья. Д. Равенство в общении, вы предпочитаете общаться на равных. И Е. Вы рассчитываете на родителей, на их советы и наставления. Вопрос 7. Как часто вы нуждаетесь в фидбэке, то есть в обратной связи? Вы что-то сделали, и вы хотите получить фидбэк. Как часто вам это нужно? А. Фидбэк вам нужен всегда и все время. Б. Часто. С. Во время проверки вашей работы. Д. Фидбэк не обязателен.
Е, достаточно сказать, что вы идете правильной дорогой. Вопрос номер 8. Представьте себе, что вы хотите открыть свой бизнес. Как вы будете искать на это финансы и деньги? А. Вы возьмете кредит в банке. Б. Вы будете искать в семье или среди друзей. С. Вы будете искать инвестора, который будет гореть такой же идеей и подкинете немного своих денег. Д. Вы будете прибегнете к краудфандингу, то есть будете собирать деньги через социальные сети. Е. Вы считаете, что бизнес – это рискованно и опасно, и лучше с этим не связываться. Вопрос номер 9. Гибкий график – это для вас или нет? А. Как можно еще работать? То есть гибкий график – это единственный вариант, который вы рассматриваете. Б. Если вы увлечены работой, вам в принципе все равно, с каким графиком работать. Вы можете работать и днем, и ночью, и без выходных. С. Вы считаете, что гибкий график является несерьезным и нестабильным. Д. Это не ваш вариант, потому что гибкий график вас сильно расслабляет. И последний вопрос. Как часто вы пишете записи в соцсетях и делитесь этими постами? А. Не часто, кому вообще интересны мои мысли и постоянный поток ссылок. Б. Только если этим нельзя делиться, максимум 5 записей в месяц. Вы выбираете ответ С, если вы уже сделали 2 репоста, пока читали этот вопрос. Д. Вы стараетесь постоянно поддерживать свою страницу и добавлять актуальную информацию. Если вы не понимаете вообще, что происходит, вы выбираете пункт Е. Сейчас я вам покажу таблицу. На ней определены баллы за каждый ответ. Вам нужно просуммировать эти баллы, выбрать балл за ваш ответ и просуммировать и получить итоговый результат. Он будет от 12 до 50 баллов. Если вы готовы, смотрим результаты. Если вы набрали от 12 до 24 баллов, то мы вас можем отнести к поколению, скажем так, динозавров. Как могут назвать, скажем так, немножко с юмором молодежь. Это люди, которые имеют высокие ценности и характер. Для этих людей важен личностный рост и командный дух. Эти люди имеют рациональный взгляд на мир, и с этими людьми достаточно приятно работать. Если вы набрали от 25 до 34 баллов, вас можно отнести к поколению X. То есть вы веселый, спокойный и независимый человек, вы готовы рисковать и жить своей жизнью, и жить так, как считаете нужным. Вы непринужденный, любезный и дружелюбный человек. Вы верите, что блестящую карьеру можно построить только упорным трудом, и вы готовы работать с самых низов для того, чтобы постепенно, шаг за шагом, подниматься по карьерной лестнице. Если вы набрали от 35 до 44 баллов, вас можно отнести к поколению Y. Вы готовы к сотрудничеству, вы гибки, технически подкованы и адаптируемы. Вы знаете, что мир быстро меняется, и вы стремитесь измениться вместе с этим миром. Вы социально ответственны, дальновидны и всегда открыты к новому. Вы верите в собственную удачу и рассчитываете на быстрый успех. В отличие от предыдущего поколения, поколение Y рассчитывает на то, что результат они хотят получить весь и сразу, в отличие от поколения X, который шаг за шагом готов идти по карьерной лестнице. Основным мотиватором мотивации для поколения Y является денежное вознаграждение и материальные блага, поэтому это поколение готово работать, скажем так, выполнять большой объем работы в сжатые сроки, если знают, что получат достойное вознаграждение. Если вы набрали от 45 до 50 баллов, вас спокойно можно отнести к поколению Z. Это поколение, которое очень быстро взрослеет и легко адаптируется, ориентируется в сети интернет. Это поколение можно назвать предпринимательским поколением. Да, поскольку они не готовы вливаться в корпоративную рутину, для них более интересным является построить свою карьеру и работать на себя. Но они при этом не готовы подвергать себя определенным рискам. Поскольку поколение студентов, которые сейчас поступают в вузы и обучаются в вузах, постепенно меняется от Y к X, а процесс обучения тоже постепенно у нас меняется.
Это ведет к тому, что мировой рынок, да, образовательная среда, она меняется под такие характеристики. Для поколения Z важным является эмпирическое обучение. То есть главной задачей является получение ключевых практических навыков. То есть традиционные лекции с пассивным участием студентов для них неэффективны. Особо важным является для поколения Z организация учебного пространства. Если предыдущему поколению, в принципе, не важно, да, где, как учиться, для нового поколения важно, чтобы это была комфортная, удобная среда, которая способствует обучению. Несмотря на то, что поколение Z живет в онлайн-режиме, для них все-таки важным является именно взаимодействие лицом к лицу. Здесь важно соблюсти разумный баланс между, да, контактным и виртуальным обучением. А новое поколение является более открытым для мира, поэтому обучение за рубежом, возможности международных стажировок являются достаточно для них важным моментом. Следующий пункт – это участие родителей. Родители участвуют, скажем, и в выборе вуза, и во всем процессе обучения, поэтому это необходимо учитывать. И последний момент – это лидеры мнений. При продвижении вуза необходимо учитывать, что поколение Z интересует не сколько сам бренд вуза, сколько то, а скорее то, о чем о нем говорят известные люди, о чем о нем говорят лидеры мнений. Поэтому коммуникацию необходимо строить, привлекая при этом известных для поколения Z людей. Какие тенденции существуют в сфере образования под поколение Z? Во-первых, это индивидуализация образования. Современные технологии позволяют адаптировать процесс обучения к индивидуальным особенностям, да, адаптировать к целям, уровням обучения, к навыкам и, к навыкам и доступному времени. Происходит переход от стандартизации к индивидуализации обучения. Другим важным моментом является, что новой базовой компетенцией становится цифровая грамотность. То есть вузы должны обучать не только компьютерной грамотности, это технический навык, но и другим элементам цифровой грамотности, как информационная, социальная, коммуникационная грамотность. Важно научить современных студентов ценностям и нормам общения в сети, а также навыкам обеспечения цифровой безопасности. Согласно статистике 2018 года, индекс цифровой грамотности россиян в 2018 году снизился на 14% вследствие того, что снизился уровень цифровой безопасности. То есть навыки, которыми пользуются россияне в цифровой среде, они возрастают. Мы пользуемся, да, услугами цифрового государства, онлайн-платежами и так далее. Но при этом наше восприятие отличия легального контента от нелегального, легального ПО от пиратского, безопасность проведения онлайн-транзакций – это у нас все пока что находится на низком уровне. Соответственно, основной задачей, одной из важных задач для вуза является формирование данных навыков. Следующим важным элементом является научить студента учиться. Да, то есть поскольку мы живем век потока большого количества информации, необходимо научить навыку поиска информации по вопросу, ее анализу, критическому мышлению, систематизации, обработке результатов и так далее. И последний момент – это обучение на протяжении всей жизни. То есть эта тенденция выражается в том, что растет количество взрослого населения, которое проходит обучение, постоянную профессиональную квалификацию и переподготовку. Эти все тенденции ведут к тому, что появляются новые модели и способы обучения. Мы вам приведем пример Стэнфордского университета. Они видят будущее университетов и высшего образования в следующем ракурсе. То есть это образование без возрастных ограничений, образование для всех, независимо от возрастной категории, в том числе для старшей категории. Вместо традиционных 4-летних курсов, которые разделены на семестры и лекции, они предполагают, что это будет интерактивное обучение различной продолжительности в зависимости от образовательных потребностей. То есть это интерактивное гибкое обучение. Миссия. Для нового поколения Z важно, чтобы их обучение имело определенный смысл.
То есть вуз должен заложить в каждую дисциплину, в каждую образовательную программу смысл обучения. То есть вы не просто изучаете биологию, вы изучаете биологию для того, чтобы помочь людям излечить рак и так далее. Участие в реальных проектах. Тот механизм, когда студенты учатся на задачах или проблемах, которые написаны на страницах учебников, становится все менее актуальным. Для поколения Z важно работать над реальными проектами, которые происходят здесь и сейчас, и на реальных проектах получать новые навыки. Что касается структуры учебного заведения, по их мнению, все идет к тому, что традиционные отделы с кафедрами и так далее, они постепенно отойдут в прошлое, и вместо них будут создаваться междисциплинарные центры компетенций, которые будут совмещать преподавателей, исследователей и студентов из различных направлений. Свое выступление я бы хотел закончить также небольшой цитатой. Несмотря на то, что мы живем в эпоху цифровизации, важно сказать, что остается совсем немного областей, где человека вскоре не вытеснят роботы. Это здравоохранение, образование, гостеприимство, недвижимость, домохозяйство и персональные услуги. Поэтому человеческий фактор в образовании будет оставаться еще важным долгие-долгие годы. Спасибо за внимание.